Наше будущее заложили у медуниверситета. Можжевельную аллею с таким названием высадили сегодня у главного корпуса ГМУ. Ее посвятили предстоящему Дню защиты детей и 65-летию вуза. Именно поэтому закладывали аллею почетные профессора медицинского и их семьи. Один из них – Юрий Высоцкий, который разрабатывал городские и федеральные программы здоровья населения, а также внес огромный вклад в развитие науки в медуниверситете. Нужно добросовестно, честно, с душой работать, нужно душу вкладывать. Я всю жизнь вкладываю душу в каждую лекцию, в каждое занятие, иначе смысла нет просто, потому что это мне приносит радость. Вы посмотрите, какие прекрасные традиции, которые будут длиться годами. Я сегодня привел двух правнуков с собой сюда, фотографировался с ними, потому что это должно быть продолжено, и это будет продолжено, я в этом абсолютно уверен. Сначала участники мероприятия полили именные голубые ели, высаженные в октябре 2018 года. Каждое деревце посвящено одному из 14 почетных профессоров ГМУ, среди которых Зиновий Баркаган, Виталий Крюков, Яков Шойхет. А затем сами профессора, студенты и сотрудники вуза высадили можжевельник, чье название как раз и означает «растущий между елями». По словам ректора медуниверситета, до конца года у корпусов ГМУ и общежития разобьют еще несколько аллей. В честь 65-летия будем в этом году принимать почетных профессоров. С левой стороны у нас есть, я это говорил, когда мы садили ели, место для посадки новых елей в честь новых почетных профессоров. Они у нас есть, достойные учителя, достойные научные школы.